И всем здорово, пацаны, я сегодня Алимбекер, ребята, и сегодня есть мой очень крутой ролик, который тебе точно должен понравиться. Перед тем, как начинать, ставь лайк, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик и поделись этим роликом с друзьями, близкими, чтобы мне было приятно. И напиши в комментариях, как тебе ролик, понравился ли этот ролик тебе. Обязательно досмотри до конца, ребята. А давайте мы уже не будем таймить наш ролик, и давайте мы уже с вами начнем ролик. И погнали. Всем здорово, ребята, чуваки. Короче, ребята, вы все знаете новое обновление, которое вышло 12 января, да? Вот 12 января вышло обновление. Но в нем ничего не было, просто, понимаете, ничего там не было. Почему там ничего не было, не знаю, ребята. И вот что случилось после этого обновления, после того, как обновил, у меня пропала полиция, да. У меня просто полиция пропала после обновления, ребята. Я не знаю, что вообще происходит, где вообще полиция, где, куда пропала после обновления. Я вообще не знаю... Что случилось просто после обновления? У меня пропала полицейская тачка. Вообще нигде нету ее. Вообще я вообще играл 20 минут или 2 часа. Вообще ее нигде нету, ребята. Понимаете, полицейская тачка просто нету в игре. Где же эта тачка, ребята? Я хочу эту тачку найти. И я записываю ролик, потому что... Может, у всех и пропала на этот полицейская патрульская тачка, ребята. Я вообще не понимаю, куда же пропала эта полицейская тачка, ребята. Вообще ее нету нигде, вообще, ребята, нигде нету эту полицейскую тачку, ребята. Вы тоже поищите там где-то в городе. Ищите, где же находится эта полицейская тачка. Я вообще не понимаю, куда же пропала эта полицейская тачка. Ее вообще нету в игре, ребята. Я ее искал везде, где только мог. Ее просто нету в игре, понимаете? Ее просто нету в игре. Где же он мог пропасть, ребята, после обновления, как вышло, там ничего не было. Разработчики писали что, о том, что обновление они выпустили для бета-тестировщиков. То есть какое-то обновление. Я думал, что туда добавили что-то, но туда ничего не добавили. И в это обновление пропало все. Просто у меня пропало... То есть у меня пропала полицейские тачки и, конечно же, Дед Мороз и елочки, ребята. Мне писали многие игроки, что пропала елочки и так далее, потому что пропала елочки, Дед Мороз. Они писали проверить мне. Вообще они писали проверь, пожалуйста. Вообще нету нигде елки, Дед Мороз, ребята. И я решил просто посмотреть, где же на самом деле елка находится, где же елка. И ходил, у меня была елочка, у меня была елочка, Дед Мороз тоже было. И, ребята, я просто не понимаю, у меня после обновления, как вышло 12 января, у меня просто, ребята, пропала, ребята, полицейская тачка. Я вообще не понимаю, где же находится эта полицейская тачка, потому что игра не становится реалистичной без этого. Как это такое происходит, ребята, где же моя полицейская тачка? Я, ребята, вообще, кто, у кого пропала еще полицейская тачка, просто пишите в комментариях, ребята, если у вас тоже пропала. И давайте еще обсудим, почему же пропала елочка и где же обновление, ребята. Вообще в игре должна была выйти обновление, да. Про нее был у меня уже ролик на канале, я там сказал, что обновление выйдет в феврале, но потом разработчики так пишут ВКонтакте, что они выпустили бета-тест для тестировщиков, которые проверяют бета-тест. И в этот момент... Я думал, что обновление вышло, и я такой, я обновляюсь, и нет, 12 января вышло обновление. Я потом обновляю, и все, там ничего нету, ребята. У меня даже был стрим обязательно, кто не посмотрел, заходите, я был в гостях, я не мог включить микрофон, и я как-то хотел сделать обзор без микрофончика, без звука. Но захожу, там, у меня когда скачивается, у меня просто там... Меня просто на стриме сломали чат, ребята, понимаете, на стриме ребята просто сломали чат, что обновления нету, там ничего нету, ребята, понимаете, у меня просто сломали чат о том, что писали все, что нету обновления, потому что там ничего нету. Я был в шоке, просто я не понимал, где же этот полицейская
тачка, ребята. У меня после этого обновления пропала полицейская тачка и другие елочки, ребята. Обновление должен был выйти в феврале, но вышел 12 января. Там ничего не добавили. Я вообще не понимаю, почему что не добавили, ребята. Почему не добавили? Почему нету обновления, ребята? Пишите в комментариях, кто знает, почему же нету обновления. Я всех вас все комментарии прочитаю и обязательно посмотрю. Может, и лайк поставлю, или же сердечко, ребята. Обязательно пишите в комментариях. Ну, Парасетер, ребята, где же эта полицейская тачка? Ё-моё, где же эта полицейская тачка? Я просто не понимаю, где же эта полицейская тачка? Вообще, везде ищу, ребята, везде, просто везде ищу, где же эта полицейская тачка, ребята. Просто где же эта полицейская тачка? Я вообще... Ребята, я просто везде ищу, где нету этой полицейской тачки, где же находится эта полицейская тачка, я просто везде ищу, нигде нету, ребята. Кто знает вообще, кто увидел, у вас не пропала ли полицейская тачка после того, как вы обновили, потому что у меня пропала полицейская тачка, где же находится эта полицейская тачка. Я вообще не понимаю, куда же пропала эта полицейская тачка, я везде ищу, просто везде, ребята, где можно, я везде ищу, просто везде, вообще нету нигде, ребята, этого полицейского тачка, ребята. Вы искали ли вообще полицейского тачка? Пишите обязательно в комментариях, я обязательно прочитаю, потому что у меня пропала просто полицейская тачка, ребята. Нам нужно ее вообще-то искать, ребята. Ребята, не забудьте еще разработчикам написать, что у меня пропала вообще полицейская тачка, вообще нигде нету, у меня просто, я везде ищу, у меня уже 2 часа просто ушло на то, что искать эту полицейскую тачку, и я просто за то, что не смог найти, я вам просто рассказываю, у вас пропала ли полицейская тачка, потому что нигде нету, просто нигде нету полицейская тачка, вообще я везде ищу. Что за пранки разработчиков, что за обновление, вообще нету ничего в новом обновлении, вообще просто ничего нету, просто ничего в новом обновлении, я просто везде ищу, ребята, у меня пропала полицейская тачка, что за фигня, ребята, я вообще не понимаю, где же находится эта полицейская тачка, ребята. Где же находится эта полицейская тачка? Просто ищу ее, нигде нету, просто нигде. Нигде нету, ребята, нигде. Ребята, вы тоже не забудьте писать в комментариях, где же находится полицейская тачка. Ну а если понравилось видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и напишите, что вы досмотрели ролик до конца, мне будет приятно. Поставлю лайк или же сердечко обязательно. Всем пока-пока.